Добрый день. Сегодня к нам попала в ремонт стиральная машинка Ariston. Вот она, Aqualtis, с ошибкой F11. Ошибка F11 – это отсутствие обратной связи с насосом сливным. Такое бывает, когда либо насос сгорает, либо насос физически отсоединен, оборвало фишку по каким-либо причинам от питания, от платы. Здесь вот у нас мы поставили сейчас на слив. Она сейчас думает о том, как сливать или не сливать. Все, и вот она. Ошибка F11. Все индикаторы моргают. В чем же проблема? Просто я частично уже ее исправил. Сейчас я отключу машинку. Так, гасни давай. Ой. В чем у нас здесь заковырка? У нас здесь оборвало амортизатор, вот первый и вот второй. Сейчас я на шайбы поставил какие-то. А поскольку оборвало амортизатор, то, соответственно, вырвало контактную группу. Вот она была от сливного насоса. То есть она насос не видит, потому что оборвало амортизаторы и насос физически отсоединился. Да, провода физически отсоединились от насоса. Поэтому сейчас мы восстановим с помощью той же земли, которую можно откусить, например, от двигателя. Вот. Подсоединим обратно к сливному насосу, и все будет хорошо. Кстати, здесь еще видно насос рециркуляции, который забирает воду снизу и подает ее сверху для лучшей качества стирки. Такое есть у электролюксов и у Зануси. Действительно, качество стирки при этом резко увеличивается, потому что вода постоянно циркулирует. Ну, в общем-то, все. Я думаю, что здесь ничего сложного не будет. Я восстановлю. И вот так вот, если у вас будет ошибка F11, смотрите на то, что или у вас насос сгорел, либо обрыв проводов. То есть она не видит плата сама сам насос. В большинстве случаев это, конечно, будет замена насоса. Редко, если у вас что-то отгорело, либо оборвало, отсоединилось. Это процентов 20. Если вам это видео было полезным, ставьте лайк. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях под видео. Всего вам хорошего.